Экстра Бау. С вами я, неизвестный видеоблогер Лей Клей. В сегодняшнем топе мы расскажем о 5 самых популярных презервативах в мире. Лего, 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 Экстра Бау. Открывает наш топ презервативы Маскулан Ультра. Поехали. Презервативы Маскулан Ультра. Малоизвестная марка презервативов. Ну и как и следует из этого, не так часто пользуются спросом. Почему же эти презервативы не такие популярны? Ответ очевиден. Это слишком сильные конкуренты, о которых мы расскажем дальше в нашем топе. Место номер 4. Презервативы Визит. Довольно-таки известная марка презервативов, особо не отличается от своих конкурентов. Но одна, пожалуй, самая важная отличительная черта в них имеется. Это то, что цена на эти презервативы довольно-таки доступная и не такая грабительская, как у конкурентов. Место номер 3. Презервативы Сика. Пожалуй, одни из самых лучших презервативов в мире, но не самые лучшие в нашем топе. Производятся эти презервативы в Германии. А как известно, немецкое качество очень даже хорошее. По качеству материала тоже претензий нет. Поэтому не будем много останавливаться, переходим дальше. Вот мы и подошли к двум финалистам нашего топа. Эти презервативы настолько популярны, что практически не нуждаются в рекламе. Лего, 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 лего! Место номер 2. Итак, презервативы Durex. Это особые формы презервативы, которые еще являются и более плотными. Однако из-за этой самой формы не всем людям нравятся эти презервативы. Поэтому они не удостоены первого места в нашем топе. А мы переходим к первому месту нашего топа. Вот мы добрались до первого места нашего топа. Эти презервативы настолько популярны, что их знает каждый школьник, в том числе и я. И наконец, презервативы Contex. Это самая популярная марка презервативов, по нашему мнению. Эта марка настолько распиарена, что ее знают все. Особо они не отличаются от конкурентов, но почему-то именно они завоевали сердце, а может быть и не только сердце, многих потребителей. Поэтому и достойно права называться самыми лучшими презервативами в нашем топе. Вот мы подошли к концу нашего топа. Не забывайте ставить лайки, а также писать в комментариях, как бы вы расположили этот топ. Всем бай-бай! Приора сломалась.